А у нас в гостях непосредственный участник мероприятия в Васильевском саду, клоун Алекс. Алекс, здравствуйте. Добрый день. Скажите, насколько важно создавать атмосферу праздника для детей, а тем более для детей особенных? Вы знаете, я хочу сказать так, что особенных детей не существует. Они такие же дети, как и другие, только более влюбленные в жизнь. К ним приходишь, говоришь, здравствуйте, здравствуйте. Алекс, а давай потанцуем. Алекс, а давай споем. А смотри, я нарисовал. А смотри, я слепил. И у них очень замечательные, классные родители. Скажите, вы уже не один раз принимаете участие в благотворительных акциях различных, в том числе «Доктор Клоун», вы посещаете детей в детском отделении в больнице. Вот расскажите нам об этом. Вы знаете, я хочу сказать, 31 мая как раз на программу «Доктор Клоун» пришли артисты. Артисты наши, я очень благодарен. Коллектив «Звездный вальс». Пришли ребята, станцевали. Большое спасибо Игорю Турукину. Он подарил целый мешок мягких игрушек. Приходили ребята с энергией, мастер-класс по рисованию. Ребята приходили от туристического клуба «Горизонт», играли на гитаре. И, конечно, я пригласил своих друзей, артистов эстрады, театра и кино. У нас, мы запланировали концерт на 40 минут, у нас он шел час 45. И родители, и дети остались довольны. Большое спасибо кинотеатру «Искру», предоставили звук, администрации. В общем, много подарков было, все получилось, слава богу. А бывает такое, что дети не хотят вас отпускать? Например, когда на детских площадках вот вы проводите в выходные дни мероприятия свои? Да, и я всегда говорю, вы знаете, я сейчас, у меня есть волшебный самолет, я должен улететь, я должен прилететь к другим деточкам. И к вам я обязательно вернусь и скажу, здравствуйте, я клоун Алекс. Замечательно. Спасибо вам большое за вашу работу. А я напомню, что у нас в гостях был клоун Алекс, участник мероприятия в Васильевском саду.